Ребятки, всем привет. Тут такая тема, что все вы знаете, что мы, короче, с вами любим айфоны, снимаем про айфоны, рассказываем лайфхаки, связанные с айфонами, как их выгоднее купить и так далее. Но спрашивая про акции у вот ребят из МТС, что сейчас можно по халяве выбить, да? Сейчас начнется, конечно, проплачено, реклама, вот эта вся фигня. Но я боюсь, скорее всего, будет обратная реакция. Скорее всего, МТС просто поменяет регламент, который сейчас расскажу, и просто так уже нельзя будет купить. Но кто успеет, кто успел, тот и съел, как говорится. Смотрите, мы любим айфоны, мы снимаем про айфоны, но вот это у меня в руках. А что это? Note 9? Galaxy Note 9 на 128 гигов. На старте он стоил каких-то, наверное, бешеных денег, да? 72 тысячи. Сейчас его розничная цена... Что-то, по-моему, 69, да? 59, 69? Да, 59. То есть, если ты хочешь прийти и купить Note 9 на 128 гигов, ты должен выложить за него 60 тысяч наличкой. Но у МТС есть очень интересная история, связанная с акцией «Получи скидку на смартфон, купив аксессуар» или там... Ну, доп. Продукта, да. Доп. Продукт. Заходишь в интернет-магазин. В интернет-магазин. Выбираешь любой аксессуар на сумму свыше 300 рублей. Любой аксессуар свыше 300 рублей. Да. Добавляешь его прямо в интернет-магазин. Добавляешь заказ. Его в заказ к нему. Делается скидка 20 тысяч рублей. Делается скидка 20 тысяч рублей. Приходите в салон. Сейчас, подожди. Я, чтобы людям было понятно, они на видео могут не совсем нормально понять и быстро. Мы добавляем в корзину Note 9 на 128 гигов. У него прайс идет 60 тысяч рублей. Мы добавляем любой аксессуар, и сразу же прайс на смартфон падает на двадцатку. То есть у нас вот этот смартфон в интернет-заказе получается 40 тысяч рублей. Да. Дальше. Мы приходим в магазин, в МТС, где мы заказали его. Нам его выносят и говорят, вот, пожалуйста, 40 тысяч рублей. Дальше мы говорим... Что хотели бы сдать старое устройство, ну, трейд-ин. Что мы хотели бы сделать трейд-ин. Любой смартфон, Samsung, Apple, без разницы. Да. Вы покупаете 5S-ку, которая более-менее включается за рубль, за два, без разницы. Приносите ее сюда, вам ее также оценивают рубль-два, но дополнительный к трейдину сколько делают скидку? 10 тысяч. 10 тысяч рублей. То есть у нас вот этот телефон выходит 40 тысяч в интернет-заказе, и при трейдине мы еще делаем скидку. Посмотрите, и того по чеку он получается, с учетом еще того телефона, который мы сдали, где-то 28-29. Да. Но если телефон будет нормальный? Да. А если у вас телефон, который стоит каких-то более-менее денег, и его оценят чуть больше, но это уже как бы ценность телефона, она на Авито как-то отыгрывается и так далее. Но получается, заказав вот эту тему с акцией «Дополнительный аксессуар», применив еще трейд-ин и скидку по трейд-ину, этот телефон нам выходит 28-29 тысяч рублей. А хорошо это или плохо? Это отлично. Отлично? Для людей, которые любят Samsung. Отлично, для людей, которые любят? Конечно. У меня таких людей мало. Это 100%. Таких людей. Я читал. Но, опять же, да. Но, с другой стороны, здесь какой-то вот этот процессор, Exynos или еще какая-то хрень, который типа не любит. Говорят, что из Америки он типа лучше. Конечно. Он Snapdragon, кстати, он мощный. Но, например... Ты же можешь его купить за 20 тысяч, ты же продать за 45. Ты можешь его купить за, ну, 28-29 и пойти продать его за 40. Да. То есть десятка в карман. Но, опять же, пока эта акция работает. Еще интересный момент такой, что я на самом деле сейчас вот стою перед выбором, какой смартфон купить маме. Потому что у нее есть Xiaomi обоссанный, который уже умер практически. Да, у меня у мамы Xiaomi. Но проблема в том, что ей нужен просто двухсимочный телефон. А тут же две сим-карты. Огромный экран. И знаете, как я могу сказать? Это телефон для вашей мамы. Топовый, блядь. Здесь же еще стилус. Здесь же еще огромный экран. Унивлагозащита. 6 операций. Честно, я не знаю, что это такое, но я примерно понимаю, что телефон стоит примерно 60 в розницу, то есть у него примерно уровень 10S, 10S Max, 10R. И учитывая прайс, учитывая какой уровень телефона, покупая его за 28, за 29, я, может быть, даже... Ребят, ставьте лайк, если вы хотите, чтобы я это сделал, чтобы я купил телефон новой маме. Такая лопата ей, конечно... А есть на него чехлы хорошие? А, УАК есть, наверное, да? Заказываем маме УАК на Озоне, и мама счастлива. Пишите, что вы думаете по этому поводу, пока эта тема работает. Но, например, в данном торговом центре уже нету нотов девятых, да?
То есть это у вас забронированный, резервный. Кто-то, скорее всего, так и сделал. Не секрет, что кто-то может быть из продавцов МТС, потому что, ну, блядь, это халява. А вообще они на сайте есть, получается. То есть его привезти могут. Конечно. А срок действия вот этих пока акций? Неизвестно. Но сейчас видео выйдет, забыл. А, короче, ребят, видео вышло. Кто успел, тот и съел. Кто успел, тот и получил скидку. До 31 июля? На сайте, да. Значит, они будут нарушать регламент. Объясняю. Еще раз. Первое. Заказ на сайте с доп. Аксессуаром. Скидка 20 тысяч. Принесли в трейд-ин трубку. Скидка 10 тысяч. Ну и, соответственно, трубку вы можете купить на Авито, а здесь ее оценят, может быть, дороже. Это еще плюс скидка. Итого 28-29 за нот 9. Это хорошо. Наверное.